Агентство «Рейтинг» подготовило исследование зарплат в разных регионах страны. Обычно ведь как? Официальная статистика показывает среднюю зарплату. А она, как в том анекдоте, кто-то ест капусту, кто-то мясо, а в среднем все едят голубцы. Так вот, в исследовании считалась не средняя зарплата, а зарплата типичного работника. Это важная оговорка. Сейчас вы узнаете, сколько получает большинство трудящихся, но прежде об общей ситуации. В России почти 13% занятых зарабатывает меньше 9 тысяч рублей в месяц. 4,7% – это верхний класс, у этих людей зарплата больше 75 тысяч рублей в месяц. Сколько же получает большинство? Вот информация по регионам. Ямало-Ненецкий автономный округ самый богатый – 52 тысячи 400 рублей. Ханты-Мансийский округ – 43 тысячи 100 рублей. Тюменская область – 39 тысяч 400 рублей. Москвичи, это всем известно, все соки из России выпили, да как-то, видать, не допили. У них средний работник получает только 39 тысяч 300 рублей. Камчатка – 38 тысяч 800 рублей. Мурманская область – 35 тысяч 200 рублей. Республика Коми – 30 тысяч 300 рублей. Санкт-Петербург – 29 тысяч 900 рублей. Приморский край – 25 тысяч 500 рублей. А где же мы? Свердловская область – всего 22 тысячи 700 рублей. Кто еще думает, что нам не нужны заводы? Кстати, самое большое неравенство в зарплатах в Дагестане и Чечне. А, кроме того, в Москве. Что сказать, плохо на юге и в столице с народным единством.